Град Ревью представляет великолепный хит от Remedy, вышедший в 2010 году, про горе-писаку Alan Wake. Погнали, малыши! Ох, как я обожаю эту Стивен игру. Стивен Кинг как-то писал, что кошмары не подчиняются логике. Не стоит пытаться их объяснить. Мистика. Это уничтожает поэзию страха. В страшной истории жертва постоянно спрашивает почему, но объяснения нет. Неразгаданная тайна. Вот что остается с нами дольше всего. Ребенка. Вот что мы вспоминаем в конце. Меня зовут Алан Вейк. Я писатель. Горе-писака, Alan Wake. И Remedy готовит нам прекрасную вторую часть. Ух! Ждем обязательно, надеемся и верим. У меня всегда было живое воображение. Но этот сон вывел меня из равновесия. И у меня живое воображение. Он был жутким и странным даже для меня. Да. Все началось со сна. Фантазии. Алан. Как это обычно бывает в кошмарах, я опаздывал. Туман. Я, сломя голову, несся к цели, к какому-то маяку. Что там была за срочность, я не помню. Торопясь туда, я гнал по прибрежной дороге. Ой, мокрый баба, что ж ты натворил? Я дядька. Не заметил автостопщика. Он умер. Я был уверен, что меня посадят, и я никогда больше не увижу Элис. Опа! А его нету. А он исчез. Может быть, это сон? Сон нашего писаки. Эпизод первый, ночной кошмар. Я был в шоке после аварии. Едва стоял на Ах, как же приятно возвращаться в любимую игру. Ребята, просто нету слов. Это просто шикардос. Sorry. Да все нормуля, все окей. Так. Все нормально, все окей. Ой, давайте, наверное, инвертирование сделаем. Так, управление. Окей. Во, все четко. Ну, были косяки, конечно, тут не поспоришь, но все равно. Она полностью на русском, полностью переведена, все здесь. Это приятно. Мне нужно было к маяку. Я знал, что там меня ждет что-то важное. Добраться до маяка. Он нас скользит. Когда бежишь, он аж скользит. Ну что ж. Он. Оп, стоит остановиться немножечко. Маньяк Рэйков Пойнт. Туристическая тропа. Обожаю такие игры, где вот это вот леса всякие. Ёпта, кто это? А, да это же мы. Это мы пропали. Так, давай, Алан. Оу. Ёпта, ты кто? Подожди. Ты даже не узнаешь меня, а, писатель? Ты богом себя возомнил? Тихо! Думаешь, можешь писать все, что голову взбредет? Ну его нахер. Надо убегать. Беги. Беги, сука, беги! Ну это из фильма. Твой срок вышел. Ой, так я же нажимал. В чем дело? А куда? Не остановить. Подожди. Я понял, что автостопщик персонаж книги, над которой я работал.
Вот, прозрение, прозрение пришло. Кому это помирать от рук собственного творения? Давай, вперед! Надо к свету, обязательно надо к свету. Здесь свет очень играет большую роль. На нем построен геймплей. Да что ж такое? Мучают бедного Алина. Давай. Да что ж такое, почему? Да беги! Да уже, все. Да что за персонаж с Булли? Так. Фух! Минус один. Зарубил пацана. Я в ловушке. Выхода не было. Умри. Вот эти телеки. Крипово. Это очень крипово. Но это классно, это классно. Маньяк! Так. Дом был смертельной ловушкой. Нужно выбираться. Игра оптимизирована, прекрасно. Иди на свет, мой сын. Ты ранен. Тебе нужно выйти на свет. Там ты в безопасности. Благодарю вас, мистер. Фокусировка. Окей. Прекрасно. Понятно. У меня важное сообщение для тебя. Давай. Оно звучит так. Давай. И мне понять умом, что за гранью озера, где его был дом, лежал глубокий темный изумрудный цвет, где волны хоть и дикие, но далеки от бед. В портах его бывал мой след. В портах его бывал мой след. Ты понимаешь? Конечно. Нет. Yes, of course. Он не понимает, я понимаю. Уже сказал, иди на свет. Что тут непонятно? Раз. И готов. Я проник в твой сон, чтобы научить тебя. Тьма опасна. Сейчас она спит, но я почувствовал тебя. Когда тебя почувствует, она то проснется. Я должен спешить, поэтому укажу тебе только самое важное. Там взять патроны. Захвачен темной силой. Вон. Целая коллекция. Сейчас ему не причинить вреда. Тьма дает ему защиту. Только свет сможет прогнать тьму и снова сделать его уязвимым. Брысь, кыш отсюда, тьма, кыш, брысь. Вот, возьми свет. Как же все хорошо. Наведи на него свет фонарика и выжмите. Ты это сделал. Вот. Теперь тьма его не защищает, но она внутри управляет. Его не спасти, он все еще опасен. Он все еще твой брат. Вот, о! Возьми оружие. Вот так бы все в жизни. Бум! О, минус засранец. Хорошо, у тебя все получилось. Запомни, чему я тебя учил. Это все. Теперь я верну просьбу. Это все. Спасибо. Чудовищная тьма охватывала мир. Маяк оставался последним безопасным местом на Земле. Надо добраться. Обязательно.
Мы это сделаем. Да сколько ж можно брать уже патронов этих? Уже всю. Перезарядка. Вперед. Алян Вейк. Как он бежит классно с фонарем. Вообще супер. Насочка. Насочка. Чё? Как он нас оттуда достал? What? What? Бегим. Сронец. Творись. Нет. Да подожди же ты. Нам нужно перезарядиться. Неужели непонятно? Так. Здесь у нас должны быть батарейки. Вот. А, боеприпасы для ракетниц. Это тоже хорошо. Всякий пожар. Шикарная игрушка, друзья. Очень советуем ее пройти. Ну, это коллектаблсы. Термосы для кофе. Ну, холодно же, нужно что-то пить мужику, правильно? Что-то пить. Лучше кофе. Так, добраться до маяка. А, маяка. На, сучка. Причем троих. Отличная вещь. Шикарный Алан Вейк, ребят. Уходим. Друзья, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Основной канал Great Review. Играйте в эту чудесную игру на 8,5 баллов. И, конечно же, типа, тихо. И, конечно же, welcome back.